встреча с Ким Чен Ыном может сорваться, Трамп. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня, могут перенести на более поздний срок. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает Associated Press. Встреча может не состояться 12 июня, заявил Трамп. Кроме того, американский президент отметил, что саммит может пройти позже. Пройдет он, саммит, ред, или нет, вы узнаете совсем скоро. Если он не пройдет, 12 июня, ред, может, он пройдет позже. Мы посмотрим, что случится, получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет, сказал Трамп. В Северной Корее назвали условия встречи с Трампом. Напомним, саммит Трампа и Ким Чен Ына запланирован на 12 июня в Сингапуре. Ранее президент США заявлял, что может отказаться от переговоров с лидером КНДР. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimmyCorrespondent.net. По материалам сайта news.com.